Ну,
Италия. Второй сет он проиграл 5-0. 0-1, 5-0. Вот, 5-0 было. Все, да. Италик подполз чуть-чуть в конце. Я просто не попадал вначале, я думал, что так и будет. Там матч-пол был уже. Матч-пол, да. Матч-пол был, я взял подачу только тогда, когда так больше сильнее всего крутилась в момент отскока от стола. Вот это? Ну, слишком рано, да. Ну, вообще, я отдумал нормально. Вообще не получилось, я короткую подавал. Слишком у меня, рано, ты полез на нее. А на длинную подачу чуть-чуть подрезать полез. Потому что я видел, что короткую подаешь. Я подавал как-то. Ну, поэтому я и полез, Саня. Не дал отскочить ты, я думал, что короткая будет по движению. Мне казалось, что короткая, я шел на короткую. Я так пересел, начал добавлять. Это там просто гвозди сбивают. Их так сильно-сильно. Человек где-то так отбивает. Чего ты говоришь? Я говорю, в пятом сете настолько сильно стал.